Накануне очередной годовщины начала Великой Отечественной войны в Самарском дворце детского творчества учили историю из первых уст. Дети войны рассказали детям 21 века о нечеловеческих испытаниях, которые им принесла война. Все школьники в пилотках, правда, не тех солдатских, которые были мечтой всех мальчишек, а стилизованных. Так в Самарском дворце детского и юношеского творчества проходит урок истории. Без учебников и парт педагоги – очевидцы. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. В то неспокойное лето Татьяне Ручкиной было 1,5 года. Вот этот отрывок я запомнила. Мне мама тогда дала кусок хлеба и сказала: «Беги! Бросим кусок хлеба». Я бежала, и не только кусок хлеба. Мы бросали этим пленным, чтобы они могли поймать. Но они не всегда могли поймать. Это все падало в пыль. Алле Артамоновой было 6. Война застала ее семью в новой квартире, которую они получили за день до войны. Проснулись от бомбежек, от страшных криков. Летели стены, звенела посуда, падали шкафы. До сих пор пишет стихи каждая строчка о войне. Возможно, это последнее поколение, которое узнает о войне от участников и очевидцев. Теперь уже про бабушек и про дедушек. Они запомнят немного, но запомнят правду. Татьяна Пудова, Александр Дмитриев, Новости губернии.